А будет национальная идея, которую безуспешно ищут 20 лет. Видимо, не там ищут. И, наверное, не совсем те. И для этого не надо собирать большие умы. Ценности человеческие остались одни и те же. А, причем, да, даже если мы берем или Библию, или Коран, которые очень похожи, ценности, собственно говоря, одни и те же. Там есть заповеди, чего нельзя делать, и заповеди, чего надо чтить. Поэтому придумайте, ее особенно не надо. Есть понятие Родины, которое состоит из понятия граждан, из понятия семьи, отцов, детей, традиций, которые есть, вероисповедания. Собственно говоря, на это все должно опираться. Есть Родина, которую надо защищать и которую надо делать богаче, добрее, умнее, развитее. А, мне кажется, просто не очень заинтересованы найти и сформулировать эту национальную идею, поэтому ее так долго не могут найти.